Совещание по вопросу подписания соглашения об исполнении дорожной карты по созданию совместной электросетевой компании и другие вопросы обсудили на совещании правительства республики. Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Магомед Исаев напомнил, что 19 июня текущего года документ о создании новой электросетевой компании подписали глава Дагестана и руководитель акционерного общества МРСК Северного Кавказа в рамках Петербургского международного экономического форума. По итогам совещания Исаев дал поручение представителям ведомств подготовиться соответствующие предложения и замечания по исполнению дорожной карты и потребовал исполнения каждого пункта документа в указанные в нем сроки. Напомню, цель подписания соглашения – обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей республики, создание единого центра ответственности за качество предоставляемых услуг.